Сегодня мы продолжаем работать. Это уже вот сейчас щебень с Божьей помощью перекидали. Вот. Сейчас от Игнатьевна дает начало перекидки песка. Вот. Вот. А мы отдыхаем, пока тут сели отдохнуть. Попросились отдохнуть. Вот. Игнатий Тихонович говорит, что я отдыхал, а сейчас только вот работать начал. Вот он решил кидать. Возьми интервью Игнатия Тихоновича, а почему он работает, а мы сидим? Игнатий Тихонович, а почему вы работаете, а мы сидим? Потому что мы работали, а я в это время занятый был в комнате. Я только сейчас подошел. У вас время отдыха 5 минут. Ну, мне стыдно, что ж совсем. Не работал и сяду отдыхать. Тут смешно-то надо мной, но не над вами. У вас это выстрадано по закону. А я сяду, уже без закона будет. Ну, поэтому я уже и стараюсь тут. Не могу понять, снимать, не снимать. Весь потный, боюсь снять. Не, лучше не надо. А? Лучше не надо. Вот так вот. Снимать, да? Вот так, да, ходите. Ну, ладно. Спаси Христос. Песочек, конечно-то... Убрали щебень. Вы убрали, это не я. С Божьей помощью. А песок-то еще проще, лопата заходит в него. Вот, видишь? Хоть как-то бы наверстать, что я не работал с вами сегодня. Только подошел. Ну все. Ну а что ты? Тебе же хорошо, Максим. Ну все, слава Богу за все. Он там тоже работает, все, что-то движется. Мы серьезные, мы шутим. Шутки. Смотри, как она легко берется-то здесь. Только начал, уже сколько ушло. Со счета, да, особо. Облака-то какие, Володенька, глянь. Да, я показываю уже. Проходят мимо нас, и не жарко, главное, ни дождя нету вообще. И ветра нет. И ветра нет. Вот раньше у меня тут были гроза будет. Голуби, я выйду вот так вот, руки протяну, а голуби садятся на руки. Это картина была. Принесу, занятия идут, они ходят по столу. Ролики такие есть. И здесь они сидят. У меня в комнате было, в комнате, говорю, по Теряевке, 350 примерно. А здесь у меня всего 12. И вчера я тут завез, а у ней я определил болезнь. Если не заразились, то ладно, а если заразила, то все пропадут. Вертлящик, она голову выворачивает и не клюет зерно, а зерно не тут, а у нее там где-то. И она не может даже с такой высоты летать, а переворачивается. Но я взял-то, я не знал про это. Игнатий, а уже определил, думаю, Игнатий, да, немножко пройдет. Громче. Главное, к ней голуби не лезут, они чувствуют. А вот болеют она это, вот эти голуби, которые летают дикие, они вообще эти не болеют. Вот у собак, которые в комнате держат, холерия такая, болезнь. И она вот такой зад узенький, она ноги идет вот так вот, ковыряет собака. Которые бегают здесь, у нее ноги нормальные, поэтому надо чаще ходить. Я вот с эти дни, как вы приехали, я не хожу своей, 350 раз туда-сюда. И у меня ноги совсем... Так вы же ходили на мост, Любовь Николаевна. Вы же с Любовью Николаевной на мост сходили. На мост-то вы можете сходить? Да нет, не пойду я никуда. Мне закончить надо все. Тут сейчас контейнер привезут. Я тут вот так нужен. Никак. Игнатий Тихонович. Ой. Игнатий Тихонович. Вот вы вчера сказали о голубе, который болеет. Да. Вот. И спрашивали совета у нас, что же делать с ним. И каждый промолчал, но что-то свое имел в виду. Ну, видел. Я вспомнил место из Писания. Значит, два места. Первое, о милосердии, о суде. Значит, вы проявляете милосердие и все-таки надеетесь, что этот голубь выживет, надеется. Нет, не надеюсь. А евреи сказали, лучше одного убить, чем... Все погибнут. Как раз нету, не убить. Они живого спасителя. А это болезнь, которая от Бога. И от нее все заражаются. Исцеления нет на нее. И поэтому я сделал неправильно. Надо было сразу же ликвидировать ее. А для нее ничего нельзя сделать. Ни один голубятник с самыми дорогими голубями. Он не может ничего сделать.
Она уже заразилась, она сидит все время, голову вот наверху и прочее. Я виноват. Вы на себя наговариваете. Нет, я знаю, я держусь, с таких лет голубей держу. Ну, понятно. И поэтому, чтобы голуби не заболевали, я туда запускаю, ловлю. У меня там такая мордушка сделана, голуби идут и вверху прыгают, а дальше они не найдут, это мордушка такая называется. И они каким-то образом, я нигде не считал это, что-то от них исходит, что там исходит, какие там эвлиансы изливает она, но голуби перестают болеть. Они у меня болели. Как только стал дикарей держать, сколько? Один, примерно к 3-4. А вы еще не залазили, не смотрели? Все, смотрел. Живые все? Голуби-то живые. Они болезнь там недели полторы скрытые идет. Когда приехал главный врач здесь, Шойхат Яков Нахманович, когда меня зажимали там, говорит, вы берете детей, на вас это все говорят. Ну, в ребенок, может, больной был. А инкубационный период до 2 недель больше. И заболел именно у вас. Он заразился дома. И поэтому будьте осторожны. А у меня близкие знакомства были. И мне всегда помогал прокурор края, генерал-лейтенант Параскун Юрий Федорович. Он говорит, ну зачем вы берете всех этих детей неверующих? Я говорю, он сказал верующие. Ну вы сами видите, что неверующие? Вижу. Ну ребенку охота. Ну и поэтому на вас вот лепят это все. Один ребенок пошли только в баню-то. А у него чесотка. Сразу же его одели и среди ночи родителям, а родители пьяницы. Это вы нам заразили ребенка? Он говорит, мама, да вы же меня возили к врачам, и врачи еще не кончили лечить, а вы меня отправили из дому. Хорошо она сделала, эта мать. Через короткое время пожар она сгорела. И в эту же ночь сгорели 2 монашки. Вот какое дело-то. Я не прав. Я вчера должен был сразу же ликвидировать, но я до конца думал... Взял водой, покропил, может быть, Господь смилуется. Сильно хороша она была. Ну, все, я пришел. Я все сказал, обдумайте это, а ко мне уже не подходите. Все, слава Богу. По голубям я могу каждому дать вперед очки. Я по притче хотел сказать.